Опа-на, салам алейкум, пацанчики! Чтобы вы понимали, в этом ролике я покажу вам способ, благодаря которому вы сможете прокачать свой аккаунт за 5 минут от бомжа до реального миллионера. Короче, не будем медлить, идем смотреть этот способ. Но тормозите, если вдруг вы хотите поиграть на онлайн РП вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании. Залетайте на сервер Гавайи, после захода вводите секретный промокод хэштег Бести, и чтобы вы понимали, ведя его, вы получаете скин Моргена, випку, ну а также вот такой вот шикарный Nissan GT. GTR совершенно бесплатно. Ну а также сейчас у вас на экране высвечивается победитель на 3000 донат рублей на любом из серверов онлайн РП. Если ты также хочешь получить бабки, то просто подпишись на этот канал, поставь лайк, напиши огромное количество комментариев. Итоги, как всегда, будут в следующем видео. Короче, пацаны, как я заметил, многие мои подписчики заходят на онлайн РП и просто ничего не добиваются, и я решил с этим хоть что-то сделать. А именно в этом ролике я покажу вам способы, благодаря которым вы практически ничего не делая сможете рубить бабло. Давайте изначально мы представим ситуацию, то что вы обычный новичок, который только что зашел на сервер. Что же вам нужно делать? Первым делом я вам советую ввести команду /mn, после этого перейти в 11 пункт промокод. Первым делом мы вводим сюда промокод хэштег Бестик, и с этого промокода вы сразу же получаете скин Моргена, випку, которая поможет нам в продвижении, ну а также Nissan GTR, на котором мы сможем быстро передвигаться. После этого вводите промокод MoneyRoin98, и чтобы вы понимали, с него вы сразу же получаете 50 тысяч рублей. Но это еще не все. После этого вводите промокод хэштег подарок, который выдаст вам секретные бонусы. Но в принципе вы сами можете его ввести и посмотреть, что он вам выдаст. После всего этого мы имеем хоть какой-то начальный капитал, и нам нужно прокачать уровень своего персонажа. Легче всего это сделать через начальные квесты. Тут имеется огромное количество заданий, выполняя которые вы получаете опыт, ну а также бабки. Я вам советую пройти практически все легкие задания, чтобы его прокачать. Пройдя все эти квесты, вы получаете около 46 тысяч, ну а также третий игровой уровень, но это еще не все. Также вы можете вести команду DQ, которая высвечивает вам ежедневные квесты, и честно говоря, они очень легкие, и с них вы можете заработать около 40 тысяч рублей. После этого вам нужно будет арендовать снегоход, перейти в GPS работы, после этого леснуть ниже, найти охотник Тревор и быстренько туда отправиться. Как только мы сюда добрались, мы забегаем вот в это вот здание. Тут вам нужно будет купить лицензию на охоту, примерно 3 до дробовика, ну и в принципе все. Далее мы просто выбегаем из этого здания. Тут вы, конечно, можете арендовать квадроцикл, но мне кажется, намного бюджетнее будет взять свой снегоход, на котором вы сюда доехали, и отправиться вот в этом вот направлении. Больше всего оленей у нас находится вот в этом вот лесу. Не, ну просто посмотрите, вот считай раз олень, вон второй олень, ну и вот третий. Сейчас мы их по-быстренькому убиваем. Вот смотрите, в одном олене даже был второй, поэтому мы также его сливаем. После этого забираем третьего и тут продаем своих оленей примерно по 1500 рублей. И чтобы вы понимали, работая так час, вы сможете заработать более 60 тысяч рублей. Мне кажется, это неплохой способ заработка для новичков. Также вы можете забрать тачку, которую вы получили с промокода. Отследить ее вы сможете с помощью команды /car. Тут вы нажимаете на тачку, а после этого нажимаете отметить транспорт на GPS. Ну, в принципе, вот мой Nissan GTR. Сейчас мы его забираем. После этого отслеживаем ближайший спавн и быстренько катим туда. Как вы видите, я приехал сюда. Сейчас вам нужно будет найти какого-то школьника, которого нужно куда-то подвести. Вы берете с него предоплату, а после везете его на место. Таким способом вы сможете за час заработать около 150 тысяч, а то и больше. Также я нашел один пассивный способ заработка, по которому вы также сможете заработать неплохое количество бабла. Сейчас нам нужно будет отправиться в автосалон Лос-Сантоса. Сейчас мы забегаем сюда, и тут вам нужно будет купить какую-то дешевую быструю тачку. Ну вот, допустим, вот эту бэху за 315 тысяч. Сейчас мы быстренько в нее садимся, ставим меточку на авторынок Лос-Сантоса и быстренько туда направляемся. После этого нам нужно будет установить стоимость для продажи транспорта. Мы ставим ее больше, допустим, 450 тысяч, и нажимаем на далее. И все, ребят, наша тачка выложена на БУ. Любому найдется какой-то челик, который не шарит за цены и купит эту тачку за 450 тысяч. Я думаю, 140 тысяч на халяву вам не помешают.